Вырезаем из атласной ленты квадрат одного цвета и квадрат второго цвета. Складываем. Еще раз складываем. Берем квадрат второго цвета, складываем. И еще раз складываем. Один треугольничек накладываем на второй треугольничек. Получается у нас. И вместе их теперь складываем. Складываем. Берем ножницы и обрезаем уголок. Уголок обрезаем. Берем пинцет. Там зажимаем, где мы обрезали. Подпаливаем над свечкой. И у нас закрепилась сторона. Берем вторую сторону, обрезаем. Берем пинцетом, зажимаем. И также над свечкой держим. И зажимаем. У нас подпаялось. И получился у нас лепесток. Вот такой у нас двойной лепесток получился. Двухцветный. Делаем такие лепестки. Так, вот мы сделали вот лепестки. Теперь мы берем иголку с ниткой и лепестки насаживаем на иголку. Засовываем лепесточки. Мы собрали ниточкой лепесточки. Собрали. Так. И теперь мы их затянем. Затягиваем.